По инициативе Одинцовского отделения партии «Единая Россия» при въезде в деревню Салманово и вдоль домов с правой стороны установили новые опоры освещения. С такой просьбой местные жители обращались к руководителю партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеславу Кирееву. Энергосберегающие фонари были установлены в октябре. Сейчас они подключены и работают на полную мощность.